Сегодня у нас 25 июля 2019 год. Время почти без 15:07 вечера. Вот мы ждем бульдозера, должны доставить сюда. А это, видимо, машина сопровождения едет. Куда он поехал? Видишь, как мне интересно. Стоят люди на повороте, может быть, ждут. Скачет дальше. Какая причина? Не знаю. Непонятно. Я думаю, сейчас выйдут, никаких. Провокатил дальше. Вон катит автобус. Ну да, вон грузовой идет. Конечно, незнакомая местность. Надо чаще спрашивать. Это опыт. Правильно ли едем или что? Они еще мимо проезжают и видят, что здесь работа никакая не идет. Может, их предупредили, что верующие, видят, что люди. Уехали в деревню, вон, только пыль идет. А ты не бойся отрывать, когда ничего нет. Мы сегодня все слепит. Ну я дождусь, когда он проедет сейчас. А? Я дождусь, когда он проедет-то. Ну да, куда проедет? Мы остановим ему, скажем. И сразу туда, вот здесь, где ему. Коптит. Трактор тяжелый. А он бульдозер-то сколько тонн? А? Бульдозер сколько тонн-то у них? 17. 17, да? У Гитлера танк был 47. Ого. Вообрази. Три раза. Почти. Добрый день. Вперед заеду, чтобы
снимать их издалека. Один из вариантов такой, если вот тут вот, бровка такая. Или до бровки, вон вторая бровка. Или вот так вперед ему заехать и вот так вот сдать. И маленько, ну, подъезжу сюда, вот две бровки. На эту или на эту подвернуть. Можно или нет? Посмотрите. Почву так много. Там нет, туда смотреть не надо, там озеро. А здесь вот если вот так вот проехать, вот оттуда вот вперед и вот сюда, через это, там бровка. Просто посмотри. Мы тут крутили, вертели, не знаю, как ли. А теперь нет, не подумайте, там еще нет. Вот так, чтобы крутить, это все, это нормально. Вот если я отсюда вот так вот как-то запустить, это подъемник полный. Не пойдет я уже, не скрыли. Ну смотрите как, мы еще больше не нашли. Если 5 идти дальше, там посмотрите, но она полого так поднимается. А эта-то более крутая, потому что через перестройку тут насыпали бросили. Что, Николай? Ну какие-то колеи, я отсюда не заеду. Только отсюда может быть. Ну ничего тут такого не могли найти, чтобы это обрывом ровным подъехал. Так вы видите. А вот где работу делать, там никак? И далеко это? Да нет, недалеко. Там какие-то траншеи или что-то есть? Да, вот, есть траншеи. Мне Владимир сказал, а как он развернул туда? А туда бульдозер как приходит? Он же бульдозер этот. Ну как, ему сходить надо? Нет, мне надо спрыгнуть. Вот я про это и говорю. Там лапы такие дубовые. Он там на ровном месте сойти он не может. На ровном месте нет. Вот об этом речь идет. Там как-то ну, сбоку можно было подъехать. Я даже не стал туда и смотреть. В конце деревни там будем работать. Тут недалеко. Мы позавчера заезжали, дерево подкладывали под лапы и внутрь. Руглика ничего не найдем деревянного. Деревянного? Обрезки тут какие-нибудь, что? Негодные такое. Да что тут можно найти? Ну, которые на стройку негодные. Ну, да посмотреть надо. Сейчас зайдем здесь у староста. Может, у него что-то есть. Он строит большой гараж. Не гараж, а это ток. На 70 соток, почти на гектар. И до зерна. И у него там что-то есть. Надо проехать. Сейчас Николаевичем посоветуемся. Я вот сегодня здесь потолок все. Если вот сюда ждать, вот так вот, и вот сюда подпереть. Я думаю, просто может быть. Но тут ему тоже подняться, видишь, как сверху, и потом снизу. Ладно, я так вижу. Я подумал, вот с этой дороги вперед, потом вот сюда будет.
впереди что шла. Это впереди белая машина ваша? Да. Они вас не видели. Вот надо бы, чтобы она сейчас подошла и... Вон они подъехали. А? Подъехали. Ну и проехали сюда. Так, ну надо, чтобы мы с ними проехали. Сейчас. Посмотреть, где там работают. А потом вот старый... В этом месте вы машину не трогайте. Только вы сами А если вот эта выемка в дороге, в которой возле Матушкина пруда, не подойдет она там? А как он оттуда? Как? А с какой стороны? Не знаю. Надо проехать туда, посюда, посмотреть. Ну, Николай, ты опытный мужик. Чего? Ну, гоняй съезд. Это не далек. Я с ними проеду, садись. Не, они в деревню. Игнатий Иванович, они туда. Туда поедут, туда. Туда, туда. Не знаю. Какие бревна? Какие бревна? У кого бревна есть? Они там какое-то место нашли, где можно съехать. Не Не на чем. Есть какой-то транспорт. По себе транспорт. А куда ты идешь? Можно по наверху будет. На ровное место. Ну, на ровное место мы берем. Ну, зачем сюда? Там мы сюда. Найти. Я не знаю, это выпили там? Нет, ну, может, где-то что-то строится. Вот, ну, ничего не строится. Вот такого диаметра. Не очень толстые. Метров. А у нас-то там нету на территории? А, на нас? Какие там вот такие вот? Нет. Жерди, да? Да жерди, нет, ниже, не жерди. Не жерди. Да это не жерди. Так. Машина ей сзади. Стави. Куда или сюда? И туда, и сюда, а туда мы. Очень далеко. Да нет, недалеко. Ну, для нас это недалеко, мы считаем. Мы все время каждый утро ездим туда. А бульдозер-то где оставался? Здесь? Здесь иногда там оставался. Ну, не покортят ли, кто-нибудь? Ну, пока ни разу не было ничего. Поели. Раз они нашли, давайте, бегите. Поехали. Хотят его развернуть.
У него сзади та это. Есть, она, видимо, не оставит это. Видишь, слазит-то есть. Косыль. Так что у него не просто так, а подставить только бревна надо. А бревна у нас всегда были, а тут нету. Старые столбы были. А у нас-то столб-то там лежит. Его распилить только и все. У нас же там столбы-то есть. Длинные только. Длинные. Ну так вот так по размеру сделайте. Около теплицы там у тебя. Не очень опытный шофер. Два раза еще не может завести. Другой на такой скорости. Но это прицеп, потому что. Да, не прицеп это, не прицеп. Вы сегодня остаетесь здесь? Да. Вот это ваше место, вот это гостиница у нас. Запомните. Вот кирпичный дом вот этот. А здесь будете вы ночевать. А где вход? А? Вход, вход, ну, заходите. Все, вон, колесо вам заведут, все. Вы назначите сегодня мне обязательно, когда завтрак, обед, ужин. Все вам будет готово. Когда помыться, чтобы все знали про вас. Ну, да сегодня... Ну, сегодня как? Только уже не отступайте, к этому времени будете доподаны. А где подан? Сюда вам, а то в обед привозить на работу будет. Тут... А мне говорили, что баня, там помыться. А, все это будет сделано, договоримся. Понятно. Ну, что-то это все спокойно. Ориентировочно на сколько дней работы? Трудно сказать, я думаю, что на полторы-то недели будет. Полторы недели? А что? Да. Серьезная работа. Это не вонючая какая-то. Просто нам нужно... Вон в прошлый раз мы работали, у него гусеница слетела, там какие-то шлицы что-то сорвало. И вам в двух местах работал, оба не оконченные. А вот, вот столб. Вот смотри. Вот, вот столб лежит, вот. Он гнилой, наверное. Сейчас, сейчас. Поблехал. Там лежит телеграфный столб. Вот, вот, вот. Вот этого, который валяется, ну, пилы нет. Вы сами посмотрите. Не, мы можем привезти, я сейчас привезу. Подожди, не торопись. Ага. Да. Бензоп... Я свою работу пока не буду. Да, бензоп. Прям по дороге вот двинемся. Не-не, налево, налево. Это они выбрали ваши, которые на легковушке попали, они выбрали это место. Это у нас небольшая запруда здесь. А ручей какой-то или как? Или снеговая вода? Снеговая, да. Снеговая? Да. Ну, а сейчас уже вот просто. Ну, зарастает. Ну, родников нету, и поэтому зарастает. Ну, весной она полностью. А это? А вода вот так протекает, и все сделали так, чтобы протекала. Труба никакая, или нет, это сильно вода идет, когда она снизу. Я увидел.
Жень. Все, Жень. Все. Справа вы маленько делаете. Справа. Морду маленько подломите, понял? Лучше пускай вперед прямо сделает по дороге. По дороге? Конечно. Николаевич, иди сам глянь. Иди сам погляди, как стоит. А деревня-то большая? Ну, вон там последние дома. Сколько, человек 500-то есть? Да не, вот последние дома. Не, ну человек 300 или сколько у вас? Да не. Меньше? Человек 30, наверное. А, человек 30? Не, небольшая у нас. 15 дворов действующих. Давно обосновались? 27, что ли, лет. Назад? Да. Но здесь старая была Потеряевка. Потом ее... А вы вот в Забайкале не общаетесь? Это Красный Тюрбург? Не. Нет? Да. 380 вроде. Хорошо. Сейчас, еще немножко. Оп! Робот будет. Ну-ка, Жанни, сиди. Сейчас вот прикинь, лапу бросает. Как раз на выступ вяжет. А? Надо еще подъехать по ней. Давай еще маленький.
место, откуда идешь в ту сторону. Куда пошел? Ну, ты поднимешься, а ты что, с тобой туда? Отсюда ты не можешь. Около бочки, около бочки. Ты видишь, он все поставляет, ты види. Что за озерцо у вас? Рыбка есть? А? Рыбка есть в озерце? Не пойму. Озеро, озеро. Рыбка есть? Гальяна, мелкий, Саратов. В этом году не запустили карпа, у них что-то там в палатке задохнулся, он. Мы покупали, и к осени он довольно так промерзает. И потом мы плотину подняли, а там было-то все, наверное, метр, а сейчас 3,5 метра. Разница большая. Площадь увеличилась, впервые журавли поселились сразу. Дорога была в обвес, а сейчас напрямую сделали. Добрый вечер. Добрый вечер. Что, нашли выход, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Никакого выхода нет. А, вот спускать они в эту ямку. Вот я про что и говорю. Ну-ну-ну. А где у вас, что там прокалывалось?
течением вообще педаль провалилась. За что? Заезжал, там четко все было. Открывать кожу. Сегодня день какой-то. Вот на трале стоял, ничего не делали. Нормально. Вот. Это что-то. Трактор старше водителя. Не исключено. Вот, смотри. Я данные вообще записал. Что мог сделать? Палец. С какого года? Вот. Палец вылетел теперь. Больше ничего не случилось. 100%. Да, 100%. Да. Вот, скрывать будет. Давай, палец перевали. Ладно, все, выставим. Позвонил, то есть как выглядит, ты поставите, потом расписаетесь. Вот распишешься ты. Я обязательно. А как? Ну, позовете тогда, оно будет сейчас ковыряться, что будет стоять ждать. И ладно? Это его документ должен быть, ему скажи. Я так не могу никак. Ну, что-то права или что-нибудь, паспорт возьмем. Ну, окей, это все. Сам смотри, чтобы было как положено. Запишите. Ну все, позовете, крикните. Оно сейчас долго еще будет ремонтировать. Ну да. Он же не сказал, я знать не знаю. Кому отдать, чего отдать. Выключи, конечно.